Влад, ты когда-нибудь пытался остановить начавшийся пожар? Думаю, это дело не из легких. И знаешь, что я еще думаю? Что? Чем раньше начать тушить, тем лучше. Ты прав. Начинаем. Дорогие друзья, мы рады новой встрече с вами. В этой студии мы все вместе продолжаем обсуждать взаимоотношения между парнями и девушками. Участвуйте в обсуждении самых интересных тем, оставляя свои комментарии на замечательном молодежном сайте hopesite.info. Внезапно возникший пожар очень похож на внезапный приступ ярости. Что делать, когда вы охвачены гневом? Как гнев влияет на взаимоотношения? Об этом в нашей сегодняшней передаче, которую мы назвали «Возьми пламя под контроль». Сегодня мы вновь взялись за обсуждение непростого вопроса, и нам нужна помощь специалистов. Это психолог Марина Яковлевна От и священнослужитель Владимир Павлович Михайлов. Здравствуйте. Итак, друзья, как вы понимаете, что такое гнев? Это эмоции. Чаще всего негативный. Это потеря контроля над собой. Ярость, раздражение, злость. Это внутренняя такая это пламенная энергия, которую можно направить либо в плохую, либо в хорошую сторону. Как гнев и раздражительность влияют на взаимоотношения? Ну, это как огонь. Если его не остановить, то произойдет пожар. Также и гнев. Если его не остановить, то может довести до определенного конфликта. Если конфликт не остановить, то не решить, то до развода, если это в отношениях мужа и жены, и так далее. Ну а как люди обычно реагируют на гнев? Обычно. Я думаю, любому человеку не будет приятно слышать свой адрес вот такую, вот такие эмоции, и гнев, ярость и так далее. И, конечно, отрицательная реакция. Обычно люди реагируют на гнев также гневом. Но если все так плохо и гнев порождает гнев, то, может быть, стоит как-то умерить свой гнев, просто как-то подавить его в себе? У человечества, у людей одна из самых таких больших проблем – это то, что человек не может сдерживать свой гнев. На самом деле человек, который умеет сдерживать свой гнев, ну, ему просто, я не знаю, там, медаль первой степени надо давать. И в Священном Писании пишется, говорится, что человек должен быть медленным на гнев. Но если так взять чисто в жизни у нас, это настолько сложно быть медленным на гнев. И это надо столько, не знаю, обучаться, тренироваться, воспитывать в себе это. Я думаю, что такие спокойные люди, которые не гневаются, скорее всего, пройдет некоторое время, и они в конце взорвутся, так как они вот все это скапливают. А порой, когда мы сдерживаем, ну или как бы подавляем в себе то чувство, то есть гнева, не решив проблему, то она, да, она накапливается, и в какой-то момент она все равно изнутри у нас наболит и выйдет наружу. Тогда в этом случае, не знаю, лично мне, ну, нужно выговориться. Обязательно нужно высказаться, выговориться, тогда становится легче. Не знаю, мне помогает, вот как бы, когда я молюсь, я просто это говорю Богу, потому что я понимаю, как ты сказал, сейчас есть в Священном Писании, что будьте медленны на гнев. Тогда я прошу мудрости у Бога, я ему все это высказываю, и Бог мне дает вот успокоение и облегчение, наверное, вот этого. То есть и становится вот здесь мир, покой и радость. То есть этого гнева нет уже, он забирает. То есть ты высказался Богу. А что делать, если ваш партнер постоянно раздражает и подталкивает вас вот на гнев? В этом случае, ну, я не знаю, но я прямой человек по характеру. Я просто спрашиваю, что ты хочешь от меня, каков у тебя мотив? Ну, вот это постоянная провокация, провокация. Спросить конкретно, почему ты как бы это все делаешь, ну, как бы прямо спросить у него, чтобы узнать, почему он так делает. Сказать то, что я чувствую при этом. Парни, что делать, когда вас провоцируют на гнев? Ну, если вот провоцируют на гнев, можно вот позвать этого человека, пойти с ним поговорить вот нормально, обсудить те проблемы, которые, от чего не хватает, как, почему. Это, скорее всего, рецепт для парней. Я уже интересно услышать. Да, я желаю заниматься спортом, но каким спортом именно? Ну, либо, например, бокс.
Вот. Можно на грудь весь гнев выплести. Ага. Ну, как бы, я думаю, да, мы можем заняться спортом, побегать, попрыгать, и легче, да, это уйдет. Но тот человек постоянно тебя провоцирует. На этом, ну, как бы, надо... Да, надо остановить это дело. Ну, есть один выход, конечно. Какой? Нежелательно. Это тоже вариант, к чему прибегают люди, и не стоит замалчивать об этом. Каким образом реагировать на гнев, чтобы сохранить добрые взаимоотношения? Я вижу, ну, я лично знаю два выхода. Первое, это разговор с человеком, то есть лицом к лицу. Если, допустим, я сейчас сильно гневаюсь, лучше подождать немножко, чтобы успокоился, а потом уже остыть, да, и поговорить с человеком. Все-таки разговор всегда есть выход. Это первое. Второе. Я знаю, что, по-моему, в Японии есть специальные в офисах комнаты, где даются такие тарелки, ну, сотрудникам, если кто-то хочет, ну, выплеснуть, разрядиться. Заходит в эту комнату, пустая комната причем, и они разбивают эту тарелку, эту посуду об стену или там просто бросают, и им становится легче. Мораль. Человеку, чтобы освободиться от гнева, нужно это выплеснуть, ну, как-то... В посуду. В безопасном. Да, сделать что-нибудь, я не знаю, может быть, сшить что-нибудь, там, машину отремонтировать или еще что-то. Ну, то есть я хочу сказать, что как-то себя... В позитивном, активном действии себя разрядить. Да, загрузить себя физически. Есть такое выражение «солнце да не взойдет во гневе». Ну, как бы мы... Да, должны подождать, подобрать время, чтобы, ну, прежде всего мы должны сами успокоиться и в этот же день решить эту проблему. То есть если есть гнев какой-то определенный с двух сторон, то не оставлять это на завтра, а уже сразу же. Не стоит откладывать долгий ящик. Да, да, потому что это потом это будет еще больше и хуже. Да, разговора нет, нужно выплеснуть свой гнев. Но зачастую люди как поступают? Они выплескивают свой гнев не на тех, кого надо. Тот, кто попадает под горячую руку, очень часто страдают от этого дети в семьях, потому что родители не могут, допустим, решить свой вопрос, свою проблему, муж с женой, и начинают выплескивать это на, соответственно, детей. Та же мама, жена, она может не своему мужу это сказать. Допустим, он может развернуться, уйти, смотреть телевизор там, или уйти на работу. И кто попадает первый? Конечно же, дети там, или бабушка, дедушка, старики, да? Еще кто-то. Получается, мы выплескиваем совершенно не на тех людей, которые не виноваты. И мы должны задумываться, потому что мы теряем этих людей через свои такие поступки. Начальник обидел подчиненного. Подчиненный обидел жену. Жена пнула собаку. Да. Собака укусила начальника. То есть... Получается такой круговорот. И сюда, получается, мы впутываем тех людей, которые вообще здесь ни при чем. Ну а сейчас... Мы приглашаем в нашу студию семейную пару Натальи и Юрия и попытаемся узнать у них, а как же они справляются с гневом. Добрый день. Спасибо, что вы нашли время и пришли сегодня к нам, чтобы ответить на наши непростые вопросы. Итак, первый непростой вопрос. Как давно вы женаты? 11 лет. 11 лет. Здорово. Наталья, вопрос вам. При каких обстоятельствах вы чувствуете себя наиболее раздраженной? Ну, наверное, как и в любой семье, у нас бывают с мужем конфликты, которые мы пытаемся разрешать. Но чаще всего мы пытаемся уходить от этих конфликтов. То есть если чувствуем, что ситуация уже накалена, мы стараемся разбежаться, подумать, а потом уже... выяснять. Ну, что конкретно вас раздражает или так вызывает гнев ваш, возможно, если доходит до того? Гнев вызывает, но это чисто на бытовом уровне. Даже если сказать, что неправильно выдавлена зубная паста, или лежит не на том месте штаны его, или вот что-то вот в таком вот. То есть какая-то бытовая мелочь, которая может из-за раздражения перерасти в разряд гнева. Спасибо. А в каком виде вот этот ваш гнев на неправильно выдавленную зубную пасту у вас проявляется? Ну, конечно, я покричу сначала. Сначала покричит. Обязательно покричу. Обязательно. Выскажу, чем я недовольна. Ну, и
прошу, чтобы больше так не делать. Спасибо. Юрий, а как вы реагируете на то, что сначала супруга на вас покричит, а потом уже попросит? Ну, наверное, выслушаю. Крик. Да, крик выслушаю и молча отойду в сторону. Я не пытаюсь как бы... С брюками? И с брюками, и с зубной пастой, и совсем... Отойду в сторону, подумаю, разложу это все на свои места и... Как бы стараемся опять найти компромисс между друг с другом. Спасибо. А вот как вы в итоге пытаетесь справиться со своими негативными эмоциями? Что вам помогает? Ну, как моя супруга уже сказала, мы разбегаемся в разные углы, осознаем, что мы, почему мы накричали, почему мы так делаем, потом остываем. И подходим друг к другу, мириться. Просим прощения, обнимаемся, целуемся, и опять у нас все нормально. Здорово, спасибо. Владимир Павлович, и все-таки, как же правильно реагировать на вот это возникающее чувство гнева? Что Священное Писание говорит по этому поводу? Книга Забур, 4 глава, 5 текст. Здесь мы читаем такие слова. «Гневаясь, не грешите, задумайтесь об этом на ложах ваших, и успокойтесь». Удивительные слова. «Гневаясь, не грешите». Вот здесь очень интересное слово «грешите». Оно обозначает еще слово или такое понятие «непопадание в цель». Потому что если вы сейчас в момент приступа ярости, это не просто раздражение, это буквальная ярость, которая может нахлынуть на человека, потому что он считает, что что-то неправильно. Это не просто какая-то мелочь. Гнев – это очень серьезная сила, и поэтому ею нужно правильно управлять. И Священное Писание говорит, если вы не остановитесь, не поразмыслите над путем преодоления этого кризиса, тогда могут быть очень страшные последствия. Поэтому здесь написано, вы не достигнете цели, то есть теми путями, которым вас побуждает вот этот приступ ярости, вспышка гнева, вы не достигнете той цели, ради которой вы хотите все это выплеснуть. И Священное Писание говорит, остановитесь, и не просто остановитесь, задумайтесь об этом на ложах. Видим, да? Что такое ложа? Это нужно не просто даже постоять или походить. Нужно полежать, да? То есть, а лежачий человек, он не может действовать в принципе, да? Он не может уже стукнуть по столу кулаком, он не может пнуть никого, он не может ножик взять. В приступах гнева очень часто бывает такое в жизни, когда сын убивает отца или наоборот. Иногда бывает такое, что в приступе гнева выгоняют из дома детей и говорят, больше не выходи, не приходи сюда. Поэтому Священное Писание говорит, с гневом мы неизбежно будем сталкиваться. Либо сами мы будем испытывать приступы, либо по отношению к нам будут проявлять вот этот гнев. Почему? Потому что здесь есть не только Всевышний Бог на нашей земле, тут ходит и шайтан. И вот поэтому предвечный Бог, он учит нас, как правильно реагировать на вспышке гнева. И еще очень интересный совет в Священном Писании мы читаем в послании к римлянам в 12 главе. «Никому не воздавайте злом на зло». Когда мы встречаемся с проблемой, с тем, что вызывает в нас гнев, здесь написано «не воздавайте злом на зло». А делайте только доброе пред всеми людьми. То есть обязательно, когда вспышка гнева, хочется действовать, так? Хочется тут же решить проблему. Уж если мы не можем остановиться, то Священное Писание говорит, делайте только доброе. Удивительный совет. Если возможно, с вашей стороны живите в мире со всеми. Друзья мои, не мстите за себя. Лучше оставьте место для гнева Всевышнего. Почему? Потому что Всевышний, он имеет правильное решение в любой
ситуации. Поэтому Слово Божье дает нам четкие и конкретные рекомендации. Как нам жить в этом мире, где столько много вспышек гнева? И правильно реагировать, чтобы и самим отбиваться от приступов гнева с другой стороны, со стороны нападающих, и самим правильно реагировать, когда мы встречаемся с какой-то несправедливостью, с каким-то вопиющим безобразием. Это не только зубная паста, да, неправильно выдавлена, хотя это тоже имеет место. Но представьте себе, как часто мы видим много трагедий в нашей жизни, несправедливость вопиющую, когда избивают там невинных детей в семьях каких-то алкоголиков или еще. Множество таких проблем. И вот Священное Писание учит в сотрудничестве с Богом решать проблемы, которые требуют вмешательства великого Бога. Спасибо большое. Марина Яковлевна, как мы можем выражать свой гнев, при этом сохранив отношения? Я уверена, что вы уже поняли, что гневливость и отношения – это несочетаемые понятия. Но меня все больше и больше беспокоит вот это современное отношение к гневу как к явлению нормальному. Об этом много пишется, об этом говорится очень много. Посмотрите на западные фильмы. И когда вы наблюдаете за диалогом между двумя человеками, и в основном молодыми людьми, то вы обнаружите их интонации, их тон. Это как перетянутая струна. Гнев в последней своей стадии. Вот обычный разговор. Обычный разговор. А вот прислушайтесь к звучанию вот этих диалогов. Да, действительно, гнев – это эмоция, и она свойственна человеку, она естественна для человека. Но как мы ее проявляем? На самом деле гневливость имеет очень и очень негативные последствия, очень плохо влияют на здоровье. В первую очередь это стресс, это депрессия, это сердечно-сосудистые заболевания, это высокое давление, это артриты, это алкогольная зависимость и лекарственная зависимость, это ожирение. Гораздо большее количество женщин гневливых заболевают раком молочной железы. И, естественно, брак вот этих женщин распадается гораздо чаще, чем любой другой брак. Что еще характерно? Мы говорим о том, что медики вам скажут, что гнев нельзя подавлять. Возможно, гнев нельзя подавлять. Тогда какой выход? Гневаться плохо, подавлять нельзя. Надо вообще стараться не гневаться. То есть вот, да, где-то останавливать себя гораздо раньше, вот, не давать места вот своим эмоциям. И это можно сделать, и вы уже озвучивали эти моменты. Можно действительно начать считать до 10, до 20, успокоиться. Можно встать на место другого человека, с которым вы рядом стоите. Ну, конечно, как может не раздражать вот эти вот брюки, которые изо дня в день лежат на той же кровати, да? Рядом с неправильно выдавленной зубной пастой. Из года в год, изо дня в день. Потом неоднократно сказано об этом. И вот таких вот мелочей действительно очень много. Можно задуматься над тем, что давай я буду вести запись, может быть, я увижу закономерность, а почему я вообще гневаюсь? Потрясающее Священное Писание говорит: глуп тот человек, который гневается, который проявляет гнев, и благоразумен тот, кто скрывает оскорбление. Так что гневающиеся люди, они какие люди? Глупые люди. Спасибо большое, Владимир Павлович, спасибо большое, Марина Яковлевна, спасибо огромное вам за то, что вы не постеснялись, пришли сюда и поделились вашим опытом. Ну а теперь наступило время, когда парни и девушки смогут еще лучше узнать друг друга. Милые девушки, что у вас чаще всего вызывает гнев? Когда парень к тебе невнимателен, если он тебя не слушает, думает о своем, ты ему что-то рассказываешь, а он, да, и не реагирует как-то на это. То есть отсутствие внимания, то, что он тебя не слушает. Ты сказала, что это тебе не нравится, а он
как бы зная то, что это тебе не нравится, все равно это делает и продолжает это делать. Может быть, он продолжает, потому что он просто не услышал. Ну, а потом, когда ты ему опять вновь говоришь об этом... Он опять не слушает, ты не слушаешь. Нет, он говорит, что ты на меня так пилишь меня этим, да я знаю. Начинает вот так вот реагировать. Девушки, если вот ваш молодой человек отреагирует на ваш гнев хладнокровно, что вы будете делать? Успокоитесь или обидитесь, или что будет? Ну, если это какая-то незначительная такая ситуация, просто гнев, вызванный спонтанно, то скорее это будет даже лучше, когда парень хладнокровно, ты тоже начинаешь успокаиваться. А еще лучше, когда он пошутит или сделает комплимент, то уже как-то успокаиваешься. А иногда, когда что-то серьезное, ты тоже начинаешь гневаться в ответ. И то, что он молчит, тебя еще больше начинает это раздражать. Посмотрю в глаза и скажу: ты меня услышал? Ну, если получится, да. Ты меня услышал? Ну, может быть, если он не среагирует и будет своими делами заниматься, я подумаю, остановлюсь и подойду уже. Скажу, почему он меня как бы не слышит. Обратите внимание, молодые люди, девушки всегда и жены всегда будут жаловаться на то, что вы их не слышите. Всегда будет, да? Да. Всегда. Да, просто когда человек не реагирует на твой гнев, гнев это плохо однозначно, но когда, если твой парень или твой муж не реагирует вообще никак, то создается такое впечатление, что ему нет дела. Что ему, да, что ему все равно. Если там у тебя какие-то проблемы, если человек раздражается, то в этом однозначно есть какая-то причина, правильно? Есть какая-то проблема. Я думаю, иначе, вот если, например, жена гневается на своего мужа, а муж каждый день приходит с работы уставший, он даже ничего не понимает, ничего уже, как сказать, у него голова уже не варит, он все уже на работе, с работы пришел, там, поработал. А жена дома не работает. А жена думает, у него круглогодичный курортный сезон. Нет, жена думает, он меня не слышит, а мужу не до этого, он уже наслышался на работе, уже наработался уже, все. Да, я понимаю. Я отдыхать пришел, да, что ж мне тут говоришь? Я потому и говорю, что ситуации разные бывают. Но просто, когда вы вообще не реагируете никак на наш гнев, то нам кажется, что вам вообще все равно. Это углубляет, да, еще что это, женщина становится еще это, как бы злее, гневливее, да, получается. Да. А что нужно сделать, чтобы это? Хотя бы он бы сказал: я тебя услышал, я тебя понял, или вот ну что-то возьму хотя бы. Возьму на заметку. Сказать что-то. Да, да. Потом я устал. Уже то есть да? Сказал, высказал бы свою причину. Почему молчит? Да, почему молчит? А так вообще молчит, никак не реагирует, и она думает, да что я тут вообще, меня не слышно или не видно. Вот как бы так, я думаю. Давайте назначим встречу, да, на следующей неделе. Ну, я хотел спросить, а вдруг он так контролирует самого себя, чтобы не выплеснуть гнев этот? Ну, тогда можно об этом сказать, что я не хочу ссориться, давай просто помолчим. Или сказать хоть что-нибудь, а не просто молчать. То есть какой-то отклик все равно должен быть. Да, да. Что больше всего вас раздражает в девушках и что может вызвать гнев? Я думаю, вот, например, ты назначил девушке встречу, например, в 7 часов вечера мы пойдем в кафе, там посидим, поболтаем. А девушка говорит: ладно, я согласна. И когда ты говоришь: за тобой я заеду или приду. А когда вот где-то полседьмого или заходишь к ним, они не готовы. Они говорят: сейчас 5 минут. И где-то это 5 минут затягивается на час. И после этого я не думаю. Мне не нравится, когда девушка, она меня не слушает и не проявляет, ну, как бы живой интерес к тому, что я говорю. Еще когда, например, с работы приходишь, и дома не приготовлена еда. Дополняю список. Мне не нравится, когда девушка ленивая. Если в плане жены, когда она не выполняет своих элементарных обязанностей, может быть, я уже повторяюсь, но в случае с девушкой, то когда девушка, допустим, ленится пораньше выйти на свидание, я не знаю.
Иногда случается, что в порыве гнева молодые люди поднимают руку на свою девушку, а в браке это случается чаще. И как, по вашему мнению, девушка должна отреагировать на подобное поведение своего молодого человека? Если уйти сейчас от темы вот, супружества и девушек-парней, вообще физическое насилие — это признак слабости человека. А если говорим о том, что руку поднимать на жену или девушку, это уже говорит о том, что это не человек, а, я не знаю, Шрек какой-то, зверь. И если человек, если мужчина поднимает руку, то, естественно, это не мужчина. Это из ряда вон. Так да. Как девушка вот должна как... реагировать? Реагировать, просто уходить. Ну, я думаю, сначала поговорить, вдруг разные люди бывают. Может быть, хотя не знаю, если парень это делает, то что будет потом, дальше? На самом деле, ребята, насилие в семье – это большая тема, очень серьезная тема. Есть способы, есть методы, как избежать насилия, куда обратиться в случае насилия. И как бы это не тема нашей встречи сегодня. Но в любом случае это вне закона, это вне нормы, это вне понимания Священного Писания. Спасибо большое за ваши ответы. Дорогие друзья, посещайте наш ресурс hopesite.info. Здесь вы узнаете много о том, как построить здоровые и гармоничные взаимоотношения. И также мы приглашаем вас оставлять свои комментарии и пожелания. Мы приглашаем вас на этот сайт. Гнев – это ответ на неразрешенную боль. Как пожар часто возникает там, где хранится топливо, так и гнев возникает там, где есть хотя бы один из его источников. Сегодня в нашей студии этот порошок символизирует накопившиеся обиды, раздражение, усталость. И в один момент мы теряем самообладание, и происходит следующее. Так мы копим в себе это все. Раздражение, усталость, разочарование. И в какой-то момент мы начинаем действовать весьма необдуманно. Вот что происходит в наших отношениях. Друзья, давайте не будем копить обиды друг на друга, а будем вместо этого поступать обдуманно. Возьмите пламя под контроль и будьте счастливы. До свидания. Дорогие друзья, для того, чтобы всегда быть в курсе самых свежих событий на нашем сайте, нужно просто подписаться на обновления по электронной почте и на наш RSS-канал. Подписавшись однажды, вы всегда будете первыми, кто сможет прочесть наши новые статьи, оставить свои комментарии, а также предложить ссылку своим друзьям. Будь первым, подпишись на обновления.